Еще раз, для особо одаренных, я заливаю те игры, которые реально интересны, а не просто выиграл, проебал. Я даже не все победы заливаю. То есть, ну, бывает, ну, просто интересные. Я, то есть... Так. Ждем. Алло, я успел? Да. Ой, нет. Блядь, не так наушники надел. Так. Я на этом холме играю, да, и часть Лера, поля. Слышь, Лера, на королеву сразу купи ПЗРК, слышишь? Сразу про отряд первый. Какой же конченый... Подожди, ты не ВДВ? Нет, нахуй надо, я чудо, что ли? Ахуй, ты еще не ВДВ. Ты на стрелке? А зачем ему убирать тот уж, его не будет поддерживать? Ему бригада нужна с танками, которая будет его поддерживать. Жду задания. Уже на ВДВ. Тогда ПЗРК к себе на фланг веду, мне это он тоже нужно. Жду задания. А, ты машину МТЛБ покупаешь, да, вроде? Я, да. Ну ладно, тогда и мне МТЛБ, если можешь помогать. Ты иди сюда, иди сюда. Если я не солю, конечно. Он просто ланшуется даже от подсольного гранатомета теперь, блядь. Лера, распустись КВЛС, если мы выиграем. Интересно. Обязательно нахуй пойдешь. Вот ты постоянно хочешь ее сиськи увидеть. Потому что у человека недотрах. Почему не Ева? Она же взрослее, типа. Еве сколько лет? Еве 21 вроде. Там Ева есть вроде 40 килограмм, потому что. Там такая, знаете, сиська, блять, волосатая. Сколько она весит? Ева 40 килограмм. Волосатая такая. Сталин решит прилечь и все, и там, блин. Там... Все равно, что Санчеса сиську попросить кинуть. Как смешно-то, ай, ха-ха. Ой, блядь, сиси нам цигейн, блядь. Ебаный, блядь. Ненавижу вас, вы все сдохли. Ой, блядь. Сука, какие же вы. Урода мораль. Мне Лера в тот раз так и не скинул, обещал так. Боёба, блядь. Ой, пиздец, нахуй, ощущение. Лера, сними сиськи, пожалуйста. Обязательно. Чтоб ты торт потрачил, чё-то. О, нет. Ева, ассалам алейкум. Ты на... Прикинь, Ева на деревне не на КМП. Она играет. Прикинь, на... такое бывает. Права. А ждай от неё два драгуна. От Евы? Да хуя пехоты. Прям да хуя. А в начале игры у неё три отряда будет, сразу будет. Уверен. Да, он всегда так играет. У меня кто-то хороший, потому что здесь очень быстро. У меня Виталя, бля. Ну и чё? Неприятная встреча. А, у них Димка на... Он взял этим, слышал, морпеха взял. КМП? Да. Комитет. Морской пехот. Морской пехот. Комитет, правильно. Комитет, всё. А чё за хуйня, Цео? Здесь у тебя прошли 100%. Я не успеваю, потому что начали игры идти там. Йоу, блядь, чё за хуйня, нахуй? Ты чё, охуел? Торг, ты бы вообще на фланг не пришёл. Это правда, это правда. Бля, это что за херня? Почему? Диверсант тут. Свеч байт выпущен. Жду задания, жду задания. Да, блять, он разварил сразу двоих одной гранаты, чё за херня, блядь. Чего американцы на вооружении как-то гранаты ебанут? Это просто, блядь. Охуеть, там кинул я. Блять, у него ещё и первый отряд ещё не закончился. Ёбаный урод, я... Ну у тебя бежит интеррейн, блять, ну контроль ты, ребят. Он просто бежит. Лера, помогай, блять, Сэо, пиздец, ты, конечно, микришь пехоту, я в аху подпивался. Так МП, успокойся, это нормально. У него дохуя пехоты вначале. Дохуя я на хорошем. Там и пулеметчик, там и схуечек, и задрочек. Там все есть, блядь. Там все. Там даже мать Витали есть. Ты Еву должна перетягивать так-то, слышишь? Нет. Она не любит там играть, она пехота играет хуево. Вот ты, кстати, ее перетягиваешь там. Ева пехоты хуево играет. Блять, Сэл в нулину отдался, нахуй, я в ахуе. Да, блять, меня просто перестреливают, нахуй, в нулин. Я не могу это, блять, остановить, понимаешь? Они перестреливают меня просто, блядь.
Ты ж бардак возьмешь, да? Я взял. Жду задания. Я у тебя край, блять, минирую, чтобы без проезда нахуй было. Бардак. Пиздец, блять, ну это не. Лера, бардак ко мне кинь, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да это пиздец, блять, не везу. Я уже второй раз сзади не играю против КМП, я заебался. Тут не слези, гранатометчик. Где, кстати, первый КМП даже от меня нормально так пропушили. В самом начале. Да и кто же потом в деревню начали заходить. Иди, ну, пехоту. Пехоту двигай, блядь. Жду задание. Враник. Ну сейчас ловатка приедет, надо ее закрыть себе. Ловады. Брэд, да, блядь, ты меня пробилась, верно? Я случайно, у меня мышка вернулась. Случайно прям к тебе. Смах где-то, смах. Противник попал на борту! Умотри, да. Блядь, драгун! Я ж говорю. Паши ему. Да, все, я умерла. Виталик разметал. Танк через минуту 30. Надо дожить. А это Фьюри приехала. Да, что Виталик выйдет. Я башу снял. Блять, пиздец. Он, кстати, ты его убил? Я убил, да. Стыдно. Убивайте эту лавку. Еще и Брэдля приехала. Бля, а меня на трак поставили через... Да раз подшупнул, блядь. Давай, еби его. А мне башни, блядь, сломали. Эр, помогай ему. Да он меня через, сука, ебанил. Пидорас ебаный, сука. Он меня убил через этот, блядь. Через бардак, сука, хуй. Я скоро до 30 будет, кстати. Ну, что ж там. Пиздец, я, блядь. Сука, как же не везет, блядь. На пипав. Сейчас через два ебла расстреливают, блядь. Противник впереди. Жду задания. Гаубица. Вот тут она. Нахуй ты берешь, блядь, это говно в руки, долбоеб. Нахуй мне твой снайперка, блядь. А, ну да, не задамажил, конечно. А тебя, возможно, дивер прошел, потому что по моей только что превыше бэхи очень точно как-то арта бьет. Ну что ж, ты на линии фронта. Так, Лера, давай с тобой вдвоем, иначе... Чё, короче, ты сейчас просто силы потратишь, сядешь... Тут Сео сейчас ебут, мне ему нужно помогать. Помогай Сео, если ты сел, Санчес. Я сел по очкам, потому что я все на оборону потратил. Лера, тут смак где-то. Не катайся так без пехоты, верно. Слушай, тебе отряд вот пехоты с бонуса дать? Отряд пехоты надо? Налево? Да, надо. Стоит этот, лавка. Ну... Не выбирай на лавку, блядь. Тогда он стреляет через бардак, как Иисус, блядь. Все, лавка минус. Блядь, ну Лера, бэхай, блядь. Поддержишь, блядь, пехоту. У целого нет пехоты, он берет танк. Я ему. У него есть пехота, я ему дал отряд целый. Бля, там пушка. Пушка. Давай попробуем прорваться до пушки. Давай ты попробуй там прорваться, а я объеду справа. Да ладно. Попал. Там смаз бежит. Это еще где-то бредляж было. А, вот. Вот она. Давай, бля, в одиночку не выходи на бредля. Давай занимай быстрее пехоты, что есть. Там еще какая-то пушка или что-то. Смаз, Санчес. Ты пехоту убила, Еве. Торток пришла.
Минус Брэд. Двигайте их дальше. Давай быстрее, блядь, мы его сдержали, ты мы тебя... Картинцу закрой, не могу, не могу. Я не могу, мне грузовик не дает туда стрельнуть. Давай, блядь, быстрее, хуе. Пехоты нет, Санчес. Я тебе дал отряд от пехоты. Она идет, блядь, подожди. На тебе БМП, иди, короче, иди. Мне ее некогда контролить. Я на центр пошел. У меня там движение пошло. Давай. Блять. Ебать, нам потребно пушить. Ну, что я могу сделать? Я ничего не могу. Добивайте сделать. Остатки. Все, двигайтесь. Вы выпушили все в нули. Но, блять, цел, контроль. Сука, хватит на танках кататься. Роль первого. Я не катаюсь, все, блять, заебал, я пехоту двигаю. Сталин, ты же вроде убил, да, им это? Гаубицу? Гаубицу нет, не убил. Сталин, вы пойдете? Польку потом. А? Кстати, тоже взять забыл. Блять, надо было панцирь брать. Да мне пехоту въебывают там втихаря. Нормально, Санчес, можешь обратно перетягиваться, я думаю, ты хорошо помог. Очень хорошо. Ай, блядь. Мне бы грузовик с боеприпасами вообще было четко. Лерочка, да. Любимая, тут можешь протолкнуть диверов к ним, как думаешь? Не, хуй знает, вряд ли. Или у тебя ты не успеешь просто их законтролить? А, второй белый. Виталик, кстати, скоро танчик появится. Ну дай диверов потом. Вряд ли пошло. Все, он на гуслях, а я его даже выбил. Сейчас добью. Жду задания. Обстреливаю вам здесь. Распределять огонь. Здесь Димка уже играет. Хаммерстоун. Дельта Форс. Мне пехота нужна, пиздец как. Пушка здесь стали. Слушай, надо Бердлю вкокивать. Надеюсь, без прайзов будет. Ну, блять. Цел, сколько у тебя очков? Можешь мне самую дешевую пехоту 60, купить? 60 очков, Саня. Купи самую дешевую пехоту. Самую мне. И передай. Я тебе помогу БТРом 82. Сейчас куплю, Саня. На, Санчес, передал на базе. Заебись, еще и на грузовике, охуенно. А мне ж не жалко, блядь. Че еврей, что ли? Ну так я ж тебе тоже дал, еще помог. Против... Да. Против ебля, Минак. Надо... Короче, Булат, будет у тебя возможность вот эту хуйню въебать? Он будет с ней стрелять, пока у него боеприпасы не кончатся. Зачем я лучше морту втащу? Вер, да, да, это... Вот даже сюда поставил. Бля, там уже граники. А, Джава, кстати, Джава. Где Джава? На метке, где одна, вот тут, сейчас. В воде, вот тут. Танк. Джава. Она? Нет, это не Джава. Танк едет, аккуратнее. Блять, ну ты сказала бы раньше. Слушай, можешь ли сюда фугас или ракету пустить, если я засвечу? Народ, заебал. О, привет. Кто тут играет? Да-да. Конечно. Что-то не писал. Жду задания. Парни, вытаскивайте меня, прекрасно! Это все поменялось, да? Ну типа того, сейчас я тебе картинку дам. Так. Я бы снял какой-то ПТРчик. Вообще не помешал. Есть картинка, ее, смотри. Смотри. Молодец. Я уезжаю на перезарядку и на. Блять, мне бы вот эту хуйню уебать вообще было бы четко.
А что, Димка? Димка по-прежнему банит, если... И она проедет, да? Не. И если он проиграет, он кого-нибудь своей команды банит, да? Да. Жду задания. Классика. Ну, я помню, надолго я себе занят. Вот, и я, кстати, не знаю, хоть Тимош был и за, акации стреляются. Сантис, как называются вот эти, которые вместо мешков с песком теперь? Габионы. 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 И Тимош хоть и кто их сделал, но я считаю, чтобы сделать габион недостаточно просто пустого ящика и лопатки. Эти, как там, куда лучше смотрятся на самом деле эти, господи. Мешки с песком. Габионы, как правило, делаются промышленным способом. Они вообще вроде на блокпостах ставятся, типа. Нет, ну смотри, я просто тебе привел пример. А куда у меня ракета ушла-то? Не, блин, пиздец, не, у меня... Она... У тебя не хватало лучка. Это, смотри, чтобы сделать габион хорошим, тебе нужен... Ну, вот этот ящик, да, он, скорее всего, такой... складной, да? Но это у тебя недостаточно будет. Пехота здесь новая пехота. Жду задание. А вот, а чтобы тебе, ну короче, земли там насыпать дохуя. Цело наш, как... наш штурмуй, 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 штурмуй. Я тебе 82-й дал, штурмуй просто на прорыв там хуяк. А, брат едет, кстати. Да, чё, где твой там? Чище. Бля, я сейчас БВМ возьму, ему пизда будет через 25 очков. Вы держите сейчас справа? Пока да. А что, Тимош приходил сегодня? Да, был, конечно. Это последнее просто. Я сломал сам себе как-то, блядь, на ПТР. Как это вообще можно сделать? Не прищит? Блядь, пизда. Пизда тебе. Жду задания. Сорты убили. Торсе убили сорты. Знаю, панцирь, блядь, лучше возьму. А, Лера, у тебя есть танк? Надо Бредлю кокнуть. Я буду пытаться, он пока чинится, дополняет. Жду задание. Лера, это слово Валерий? Нет, это реально Лера. А ПЗРК есть? Сейчас ему ПЗРК... будет. Есть. Ребята, у меня сейчас проезд может быть. Есть у меня РПГ? Формальный РПГ. Калин, а у тебя есть? Нету. Охуенно. И где? Нормально, молодец. Ну и где, блять? Они не стреляют, почему-то они не стреляют. Град пока, молодец. Цел молодцом. У меня есть. Ушел. Подожди, а там же у кого-то Тор был. Я сбился. Ну, блять, сбить мало. Сейчас он опиздюлину получит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, проебали. Блять. Что-то дал стали. А почему Конг сбивается о землю? Три семерки. Три шотки. Номерок блатной. Санчес, съебал бы ты отсюда. Санчес. Сейчас. Помогу. Помогу, не ссы. Мимо, блядь. Глазомер уже, блядь, пизда. Да, я ж тебе говорил, ты слишком близко. Ну, да, было такое. Так, я на починку. Насрамс. А ты не хочешь это там взорвать что-нибудь? А, у тебя возможность. Абрам слева едет. Фиг. Зарядить осколочный. Подсвети его. Жду задания. Жду задания. Надо за открытый прикид с вами поиграть. Парень, блять, ну это пиздец. Он спецом это сделал, забей. Что он сделал? А, он отсоединил ее, чтобы я по ней не втащил ее. Жду задания. Это не запрещено. Ну, я знаю, но это типа. Вот. Это пидорство. Это поступок питерский. Питерский поступок, да.
Кто там от меня? А, Андрюха, ты Игорь, слушай, возьми боеприпасы, а, есть у тебя. Слушай, можно я карнет подсосу от тебя? Пожалуйста. Ладно. Он же тебя будет прикрывать. Юр, у тебя же картинка есть. Бери, что-то. Бери. Да. Вопрос без пушки. Ошко. Я вижу. Я вижу, и в принципе, я нам пойду сейчас уже, потому что идти надо. Ну, ты завтра забегай. Я очень хочу завтра забежать, надеюсь, никакие социальные обязанности меня не... Тима ж, Тим, бля, у них АГС где-то. Вера, ой, не надо, ой, не присирай, блин. Успехов вам в игре, спасибо. Да, спасибо. Приятно было тебя там услышать. Там, кстати, у нас дроны же летают, чё мы не убьем эти танки? Ста, блять, кто-то град мне зеркать не было. Извиняй, братан. Бля, ну нам они в шат, у них где-то АГС. А, вот он. Я не знаю, но мне я не могу его выбить. Блять, заебал он. Бля, заебал бить, по-моему. Да блять, ну я не знаю, может его кто-то в сортире. Да мне все в хуруги ебали. Санч. Вот машина отлично. Оброс здесь был. Вроде. А есть разница, если танком управляет танкист или оператор вооружения? Паладин. Да, танкиста. Там вроде лучше танкист. Танкист лучше будет. А, Андрюха, смотри, Кура, он здесь за углом стоял, он тебя сейчас обработает. Сейчас я подсвечу, ты вслепую едешь, не рискуй ты. Вы радар взяли или что это, я не понимаю? А вон он уехал, вон он. Бля, ой, ёк, макарёк, слышишь, этот, Булат, сюда долбани, блин, пачка просто. Пехота, я не успеваю танк починить. Ладно, БМП-2 возьму. Хочешь сдать Акацию? Так, блин, ну да, давай, я давай, ну от... Андрей, давай Андрею дал, слева переведи ее только, ладно. Так, я карнет веду. А где мой АГС второй? Блин, а он на респе! Какого хрена? Бля, помоги здесь. А у меня БМП-2 сейчас приедет. О! Калоша слева. Это надо выбивать, да, согласен. Хороший. Да-да. О, там ВАЦ. Санчес, поможешь? Сейчас, погоди, момент. Блин, движок выбили. А где тебе помочь? У меня танк будет, я тебе смогу помочь. Вот, на бесконечном. Сейчас танк починится. Вы мне объясните, пожалуйста, а как они так сдали направление? Вначале я отсосал, потом ко мне три игрока пришло, мы вытащили. Там кто на поддержке? Дима? Да, Дима. Прикинь, как он сейчас материт эту команду? Чем тебе помочь, Андрюха? Топливо. Вот не в обиду Диме, но почему ты как... Слушай, не могу, не могу красный грузовик, топливо не могу взять вообще. Как он садится на поддержку, так у него постоянно команда проигрывает сухую. Ой, молодец, убил Абрамс. Дэра, ты знаешь цену. Ребят, мне бы отрядик пехота. Ты хотя бы не обосрался. У тебя не попал по страйкеру. Куда ты бежишь? Надо, блять, вот это уже убить. Чё, Абрамс, слева, слышишь? Сталин, могу Краснополь, слышно, вести, хочешь? Давай, у тебя есть? Есть. Давай, запускаю Краснополь. Кинул. Режим. Жди. Сейчас будем Абрамс и это говно. Сначала, задание. Чё поближе, слышишь, чё поближе будет, тапок или этот, визуально? Там Абрамс и тапок вместе с ним. Давай тапок чё? Первым. Я сейчас тапок упомянул. Ты боеприпасы дать сможешь? Видишь? Сейчас. Алин. Сейчас. Свечу тапок, свечу. Блядь. Ой, террористично. У меня танк починился. Держи. Нет, передвигай. Дальше. Лечу. Ты меня слышишь? Карнет, передвигай. А нет, не стреляй, подожди. Санчес. Да. Карнет, убери с направления. Ну, блин, те же сразу отработают. Хорош просто. Дальше, пролетай. АГС сюда не подтаскивай сейчас.
Дальше прилетай, цел. Лечу, лечу, блять, он сам развернулся, не знаю, что. Сейчас сюда будем наводить поебы, слышь. Мне беспокинг залетел за карту. Сань, сейчас еще заправлю локацию и помогу. Давай, слушай, он лавку, здесь лавку, стоит. Лавку. Лавка. У меня все кончилось управление, слышь. А то лишь. Боеприпасы здесь. Сейчас будем по боеприпасам. Джип-джип-джип. По лавке. Выстрел был, все. Сейчас снова закончился. Шарат, шарат мне еще. Давай, конечно, реалистично, Митя застрял. Блин, Виталь, какая жалость, бля, пиздец. Долбоеб, ты сейчас себя убьешь, нахуй, ты в деревья попадаешь. Ну все, ствол сломан. Так, бля, не успел я, слушай, только увидел его. Я ему миномет выбил, АГС выбил. Кто там? А, Шарат. А сейчас смерч будет, есть смысл заново дрон запустить, все. У меня сейчас он на перезаряд. А, подгони в тур, подгони. Надо было пехоту взять. Нормально, у них закончился наступательный потенциал, у них только оборонительный есть. Шарат. Шарат. Я ухожу. Блять, мне танк на траке сошли, блядь. Не беспилотник летает. Я пуск по беспилотнику пошел. Не, танк, короче, не починил. Иду нахуй стрелять на смерти. Что у тебя с танком? Я буду отстреливать на смерти. Что мы начали проебывать. Кидай пехоту постоянно, бля. И БТРчики. Не КО, я сейчас второй выбил. У меня тут. У меня два конкурса, один метис, один корнет. Ладно, ничего. Ну Санчес, ты же можешь сейчас убить себе миномет, ты будешь жить в счастье. Давай, в БК. Ой, молодец. Вот, Сигма. Вертолет. Какой вертолет еще? ЗРК есть? Не у меня полетел. Он у тебя летит. А, панцер стоит? Да, он у меня летит, блядь. Где мой ПЗРК? Его опять убили, что-то, серьезно? Казали, панцер стоит. А, это... Давай, стреляй. Виталий без пехоты остался, блядь. Не, он высох. Смерч направо, надо вам отработать по целям каким-нибудь? Да хуй знает. Как бы формально ничего у них Путовка. Такого скопления нету. Подготовка. Убьешь? Держимся, бьем их. Кто-то втащил. Кто убил, да, что-то убил. Противник по левому борту. Какой смерч красивый на самом деле. Шарат, да, здесь как, стоит, я видел. В последний момент увидел. О, может, торнадо С угасный. А, блядь, нет, хотел. Блять, на шару стрельнул. Ну, нет, ты можешь кассетки лучше, слышишь? Кассетки я заряжу, да. Рассвет нужен теперь. Я могу дрон кинуть. Да, давай. Но краснополи нет. Блять, на трак посадили, суки. Вот здесь товка, вот сюда можешь ударить? Там товка? Да, там товка. Ну, была. Все, уже нет, у меня что-то. Не, ну это прям, ну... Ебали,
Нормально, да, я их так заебашил. Бля, тут пацаны, били. У тебя есть Краснополь? Мне. Нет, меня не втащили. Краснополь. Краснополя нет, нету. Жду задания. Ловатка. Ловатку прямой, давай, давай, давай. Прямая. По тебе старается. Паладин. М3 семерки справа. Паладин, справа паладин, справа паладин. Слышишь, Сталин, вот здесь, три семерки. Да, я вижу, выкатываюсь в поле. Понимаю. Жду задание. Убила туровозку. Давай, давай, давай. Да меня сейчас разберут. Второй, четвертый, перенести огонь на новую цель. Сука. Ой, умница ты. Минус. Чавац убил, ац убил. Еще один минус. И Брэдлик давай, и Брэдлик еще забери, вообще героем будешь. Ну ладно, Брэдлик это уже. Брэдлик Сталин там тоже. О, возможно, герой России. Это где у меня ПГшник? Паладин, паладин здесь. По мне, по тебе. Ходил, ходил. А че у вас тут? Да ладно, паладин убил? Рядка. Рядка. Под маской сеть встань, стой. И чинись. Чини трак, чини, чини. Брэдлю, Брэдлю, Брэдлю. Блядь. Я задумываюсь пока. Нормально, корнет есть. Ой, хорошо, ты как прилетел. Прикройте меня! Ну тут прям тотальный разъёб, там жопа. Слева чуть едет. Лав 25. Жду задания. Сейчас, прямым. Полетел конкурс по нему. Жду задания. Контрабат. Жду задания. Противник впереди. Там где-то там у него была, по-моему, да? Значит, сейчас задание. Вы там чинишь? Тань сейчас. Да. Не, не чиню. Я сейчас другим занят. Пацан добивать вас. Чинь. Чё на мальчике так мог быть? Зачем ты мой тур-то убил? Ну я не специально, так. О! Конкурс отлично влетел. Лечу без плотников стрел. Выбили таки, да? Да. Бывает. Теперь тебя сейчас справа будет. Ты че, они чинишь вообще трак? Можно нет, помощь направо, плиз? Да? Все, чинился. Прикройте меня! Ха-ха-ха-ха, блядь! Сасампа, блядь, да? Подожди, а что она... Еще раз, что она написала? Не успел. Эвенджер здесь, слышишь? Эвенджер... Жду задание. А, уж кассету. Три семёрки здесь. Пуш! Вообще, если что, у неё тут ни хера нету. Да я знаю, так и мне лень вызывать юнит. Оно и так, в принципе, капает. Ой, пехота, пехота, она прибывшая. Давай пехоту, пехоту. Жду задание. Бля, просто тир ебучий. Давайте пехоту. Прямой М77 минус. Да. Ой, как там Дима жопа горит. Ты платишь боеприпасов, слышь? Это Димкины все. Мне нужна помощь, иначе меня сейчас выбьют. Убивай Димкины боеприпасы, помогите, слышишь? Андрею, Андрею Луренко, помогайте все. Да, ша, едет у меня. А, там мины. Конечно, там мина. Валить из здания. Сталин, спасибо, что рядом с моим туром. Что там случилось? Ну, контрбат случился, спасибо. Виталий, Димка уезжает, Димка уезжает, Димка уезжает. Все, минус. Минус?
Да, торнадо я сберу новую МСТУ. А что меня подорвали? А что меня подорвали? Это птур летел или что? Бля, у них просто снабжение все умирает. Жду задание. Чё там делаете-то, пиздец? Давай спам давить, Сева. Слева? Не, почти надо спробу. И ты-то пока правая, я тут... Блядь, мне танк не дают починить. Абрамс, Абрамс, едьте, туск, 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 уевы. Слышишь? Плохо. Понял. Дрон есть у кого, кстати? Нет, у меня мало очков. Паладин. У меня кончились, я все что кинул, все что мог кинуть. Ну мы убили Димки 2, арт по оба припаса. Жду задания. О, блядь! И НТ-77. Где? И припасы. Нет, нет, не лети, не лети. О, здесь товка, 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 я сказал. О, танк, ооо, танк. Танк мне нечего. Надо, танк, надо со смерча, слышишь, Сталин? Дим уже самолет, блять, без сходности взял. ЗРК есть, надеюсь? Нет. Да, пацаны, давайте же, чуть. С 30-ки, с 30-ки. Я работаю! Сбил. Да, сбили. Добейте уже. Кстати, живые. Живой. Ебать, тут смерч. Два смерча, давай, красиво отработай для заключения. Здесь, здесь пилот, пилот, остался пилот, живой. Да похуй на него. Я припас взрывать? Пилотом. Взрывай. Убери пилота. Знаю, еще проверю. Да, да, убил, убил. Там Абрамс, Абрамс справа. Абрамс. Где Абрамс? Вот, 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 вот. А, ну, блядь. Вот Санчес. Иди пуш, Андрей. Там нихуя нет у них. О, Бердля едет. Бердля, Бердля. Дайте какого-то направо. О! Еще один давай. Направо. Давай! Ну взорвись ты, отлично. А, Дима на авиацию пересел, блять. О, БК взорвали, а бомж. Пехоту направо. Я тут паладин убил им. Пол на поддержке. Вот такие игры, я не хочу, чтобы такие игры заканчивались. Такие приятные игры. Бля, ну мы им все разнесли. Виталик, наверное, там так жопа сгорела, это вообще последствия. Абрамс, Абрамс, пацаны, остановите! Там все, никуда нет. А, да, нет, там, нет, там, блядь, смерч стоит, оказывается. Там смерч! прямой. Бля, пацаны, у меня сейчас БМП отожмут. Похуй же, кажется. Лера, жду в личку. Ну, бля, я, ребят, я играть не хотел, но оказался на первом месте почему-то. Вот этот так он точно заливает. Ох ты, бля, красивый Абрамс. Нет, кстати, это заливай реально, это очень красивая катка, заливай. Заливай.